есть хорошая новость. Да? Я беременна. Кино по выходным. Так и будешь разрываться между мной и женой? Что с ногами? Она мне неутешительна, а прогноз еще хуже. Инвалидность. Я как-нибудь справлюсь. Пока жена в больнице, ничто тебе не мешает остаться на всю ночь со мной. Муж познается в беде. И говорит, времени нет. Вот прямо сейчас надо операцию делать. Где можно в моменте такие деньги найти? Это ради нас. С возвращением соскучилась, подруга? Больше по тебе. А я хочу тебе напомнить, кто оплатил операцию и кто станет твоей женой. «Весна перемен». Премьера в субботу в 21:00 на канале «Россия».